В 20:50 на пульт дежурного ГИБДД поступило сообщение, что на улице Батумское шоссе в районе автозаправки мотоциклист сбил женщину с ребенком. Полицейские установили, что водитель мотоцикла «Хонда» наехал на пешеходов, переходивших дорогу по обозначенному пешеходному переходу. От удара водитель мотоцикла, 24-летний сочинец и 40-летняя местная жительница погибли. Ребенок находится под наблюдением медиков. По факту ДТП проводится проверка.